Современный скейт-парк построят в районе набережной спортивной гавани. Починят и старую рампу около спорткомплекса «Олимпиец». Ну-ка скажите, вы знаете, что вам там площадку делают бетонную? Да, знаем. Да, кататься или нет? Конечно. Да. Или на бетонную все уйдете, это не нужна уже будет? Нам все рампы нужны. Хотелось бы, чтобы починили ее. Это основная, самая хорошая рампа. Надо тогда отремонтировать ее полностью. Еще и сохранить и оставить. Сейчас у молодежи большой запрос на появление в центре города новой и долговечной площадки для занятия экстремальными видами спорта. Это будет объект для проведения, в том числе и профессиональных мероприятий небольших. Ну а для ребят как бы это будет сезонная площадка. Поэтому мы решили, что эта площадка должна быть сопряжена с другими видами спорта, чтобы это был такой вот там спортивный большой блок. У нас будет полностью приведены в порядок покрытие по пешеходной тропе. Она будет вокруг всего объекта, ну и уйдет туда, в сторону Северного Мола. Освещение, пешеходная тропа малой архитектурной формы, озеленение – это то, что мы выполним. Как бы это все будет в типовых единых решениях. Строительство экстрим-площадки уже ведется. Ее планируют открыть до 1 сентября текущего года. В продолжении скейт-парка рассматривают реализацию большой воркаут-площадки с местом для отдыха. Артем Белов, Диана Иванова. Новости на Восьмом.